Буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале народный артист России 74-летний Владимир Натанович Винокур сообщил печальную новость о своем друге, легендарном советском певце Льве Валерьяновиче Лещенко. Шокирующая ситуация произошла сегодня в центре Москвы, в подъезде элитного дома, где находится трехкомнатная квартира Льва Валерьяновича. Супруга Льва Лещенко Ирина Павловна была вся в слезах, когда встретила своего мужа. Однако злоумышленники еще находились в подъезде. Друг Лещенко Владимир Винокур признается: «Я не мог себе представить, что из-за такого пустяка может возникнуть такая история». Еще два месяца назад три девушки, которые работали танцовщицами в одном из ночных клубов столицы, обвинили Льва Лещенко и Владимира Винокура в повышенном внимании к своим персонам. В интервью прессе девушки заявляли, что два знаменитых артиста нередко проводили с ними время и дарили им дорогие подарки. Одна из танцовщиц и вовсе заявила, что Лев Валерьянович собирался сделать ей предложение и оплачивал учебу в одном из престижных московских вузов. Дело дошло до того, что девушки стали звонить домой Льву Валерьяновичу и даже пообщались с его супругой Ириной Павловной. Впрочем, 70-летняя Ирина не потеряла самообладание, а с достоинством заявила: «Девчата, если это действительно так, вы должны гордиться, что смогли пообщаться с моим супругом». Браво, Ирина Павловна, такой выдержке можно только позавидовать. Однако наглые девицы не остановились на своем пути к черному пиару и даже опубликовали в социальных сетях снимки, где они вместе отдыхают с Владимиром Винокуром и Львом Лещенко. Впрочем, как оказалось позже, все эти фотографии и рассказы девиц были сплошной фотошоп и обман. Однако молодые девушки пошли еще дальше. Сегодня вместе с двумя парнями они заявились в квартиру к Льву Лещенко и застали там его супругу Ирину. Требуя деньги в обмен на фотографии, они довели до слез жену знаменитого исполнителя. На счастье, в это же самое время российский мэтр возвращался из киностудии домой и застал эту безобразную сцену. Лев Валерьянович даже не стал вызывать полицию, а сам поставил на место взорвавшуюся молодежь. Он потребовал их убраться вон и даже толкнул одного из парней. Впрочем, на шум происшествия вышли соседи Льва Лещенко и уже сами вызвали стражи порядка. Теперь за обман и шантаж уважаемого артиста молодые люди могут надолго лишиться свободы.